ну вот, сказка, за которую ты будешь платить 30, 40, 50 миллионов, о чем бибикает? А, во, Люблинская улица, мне уже сюда, мама родная. Господи боже, да меня никто сюда и не пустит. Кошмарище. Все, никто не пустит. Ладно, ребят, не принципиальничайте. Каждый может попасть в такое положение. А, пропустил, молодец. Так, все, сворачиваем. Вот весь этот ужас, он уже на пути к моей станции. К моему маленькому оазису истины. Да, сегодня все-таки я попал на свою исследовательскую станцию. Все-таки там другая жизнь. О, во, во, во. Вот вам во всей красе, что называется. Фух. Да, еще раз говорю, мне нельзя ездить по Москве и блогерствовать. Это получается один сплошной хейт. Улица Люблинская.